текущий момент у нас пострадавших два человека. Женщина 76 лет и 70 лет. Отравление угарным газом и ожог нижних конечностей. Обе доставлены в НИИ скорой помощи Джанилидзе. На текущий момент, как вы видите, пожар локализован, остались небольшие очишки. Дальше как бы будет просмотр и обход всех квартир на предмет пострадавших. Пока вновь виновных пострадавших не обнаружено. Дальше будут все необходимые процедуры по выявлению очага возгорания, по проветриванию здания. С жителями провели всю необходимую работу, пообщались. Значит, у нас в 53-й школе оборудован пункт временного, так сказать, нахождения жителей, где они могут, и горячий чай организован, и питание. Далее, кроме этого, мы провели большую работу с жителями по поводу того, чтобы разместить их в маневренном фонде. У нас маневренный фонд есть на Коломяжском, 12. Там все есть необходимое, и кухня, и холодильники, и постельные принадлежности, кровати. То есть все необходимое для того, чтобы разместить жителей. Поэтому по мере выявления, сколько, так сказать, необходимо будет разместить, мы всех разместим в полном объеме. Ну а сейчас, как я уже вам говорил, ведется работа как раз по обследованию дома. Есть ли еще пострадавшие? На текущий момент пострадавшие пока не выявлено. Но пока предварительная информация, будем ждать окончательной проверки дома.